Прибайкальская тайга, истоки Великой Лены. Лесная речка, поди, сама не подозревает, до чего громаден будет ее путь. Но там, где поезда выходят на берег Лены, усть Кути, порт Осетрова, реку уже не узнать. Могучая, суровая. В мае еще хватает работы ледоколом. В Осетрово грузы с железнодорожных платформ переваливаются в трюмы и на палубы речных судов. За короткую навигацию, 3-5 месяцев, нужно доставить все необходимое в самые отдаленные уголки Забайкалья и Якутии. А путь на север один – Лена. И поставил я, Петрушка, со служилыми людьми на Лене реке острог для Государева Величества. Так в 1632 году было положено начало Якутску. Он остался таким же далеким, этот своеобразный город на Лене, но вырос, отстраивается на вечной мерзлоте. Индустриальная Сибирь дала ток Вилюйская ГЭС, первенец энергетики Якутского края. Город алмазов Мирный тоже требует грузов. И Лена-река без устали трудится, работает на Сибирь. Более чем на 4000 километров протянулась широкая водная трасса. Вот и низовья. Меж скалистых этих берегов, вот тут, в ближайшие годы, станет плотина Нижнеленской ГЭС, крупнейшей в мире. Так достигаем мы острова Столб, что высится приметным ориентиром в самой дельте Лены. Дальше – океан. Арктический порт Тикси, 5 градусов севернее полярного круга. В Тикси – передышка речным судам, вышедшим на простор моря Лаптевых. Бывает, льды так сомнут, скрутят корабельные винты, что их в шутку называют морскими розами. Но ничего, в Тикси отремонтирует пострадавший теплоход. И опять дорога. На краю света, в дельте Лены, погиб полярный исследователь Джордж Делонг, капитан шхуны Жанетта. Речники Лены, выйдя в открытый океан, идут на Яну, Колыму, Индигирку. В их арктических рейсах героики ровно столько, сколько привычного каждодневного труда.